Всем привет, с вами Ниломоб. Мы сегодня продолжим с вами наше путешествие в игре под названием Hello Neighbor. Hello Neighbor, привет сосед, альфа 1.5, привет сосед 2, Hello Neighbor 2. Нажмем Continue сразу же, не будем сильно задерживаться. А на чем же я там остановился? Короче, мне нужно бензин. Мне нужно найти бензина, чтобы зарядить свой специальный генератор. Кабель у меня был к генератору еще один или нет? По-моему, нет. Я хотел бензина еще зарядить, наверное, тот генератор, где был у меня холодильник. Я там, если что, кабель могу себе снять. Давайте мы тогда сейчас с вами сделаем следующим образом. Значит, там мне сказали, нужен мне будет лом. Лом вон там где-то спрятан за решеткой. Я примерно понимаю, где он. Ой, к нам уже бегут гости. Ого, в кресло сел. Значит, нам нужно сейчас... Вот здесь взять крюкошку, конфеты у меня здесь есть. А вот у меня есть кабель. А вот генератор, где я его оставил. Ключ я добыл. Мне вот лом найти нужно. Туда вот ключ есть. Ломик не остался. Берем, короче, с собой крюкошку и отправляемся за бензином. Бензин, как вы мне сами писали в комментариях, я читаю все комментарии, конечно же, находится где-то на заправке. Давайте ее искать. Подожди-ка, что-то тут новенькое нашел. Я тут еще не гулял. Что-то такое. Я здесь раньше был. Стол какой-то. Что-то все поразрушено. Ух ты, это что за туннель такой? Вау. Маска. Очень знакомое выражение лица. На тебе. Кто это за человечек такой? Я что-то новое нашел. Ого. Ой, нас преследуют. А это что? Ай. Кажется, у нас тут преследователь... Бегает где-то рядом. Мне нужна заправка. Вот она. Я отвлекся от заправки. А здесь я был? Тут столько всяких интересных зданий. Я все здания еще не успел обсмотреть. А здесь что? Подушки. Коробочки. А что на вершине коробок будет? Ничего нету. Я ждал какой-то сюрприз найти. Так, заправка меня интересует в данный момент. Я что-то отвлекаюсь. Мне нужно найти бензин. Так, все. Давайте конкретно ставить себе цель. И конкретно к цели идти. Мне сказали, я, может, не обратил внимания, что на заправке сверху имеется дырка, в которую, если ты попадешь... Если ты попадешь в дырку... Ой! Тихо. То там можно будет найти бензин. Сейчас мы это дело с вами вместе и проверим. Держись. Что ж не получается зацепиться? У него все с рук сыпется у нашего... персонажа. А что это у него? О, ух ты, кабель. Что? Микрофон. Что это у него на поясе? Висит что-то. Что-то такое болтыхается у него. Не понял. Ой, я на забор зацепился. Ой-ой-ой-ой-ой. Полезли, пробуем вот так, хитреньким способом. И что произошло? Я упал как-то? А ключ... Ой, вернее... Где мой прибор? Вот мой прибор. Прибор мне вернит, и мой прибор... Я как-то наверх, помню, залазил хитреньким Ой. А, это под углом, я так не закарабкаюсь наверх. Ой, за моей спиной, я слышу его. Как он там за моей спиной? Ой, меня выпало с рук. Я буцаю его. Куда он улетел? Куда улетел мой этот самый? Крюкошка, я без нее как без рук. Крюкошка. Нет. И где мне теперь искать здесь? Вороны! Спасайте, помогайте! Тут вороны не летают? Я реально не вижу в этой траве крюкошку. Кто видит крюкошку? Куда она подевалась, блин? Я ее что-то буцнул. Она что-то полетела. И куда-то улетучилась. Ух ты! Озеро? Тут раньше не было, кажется. Это что-то книга? Какие-то... Крюкошку мне верните! Она что ли под текстурой завалилась там? Мне тут интересно тоже рассмотреть, что тут хорошего можно надыбать. Может на дно озера прыгнуть? Коробки? О, я под водой. Я плыву, кажется. Ой, гроза гремит. Мне нужно найти свою крюкошку, но я теперь не могу, наверное, дождаться ворон. Будут ли там вороны сидеть где-то, подсказывать мне? Вороны сюда не залетают, не подсказывают. Я думал, что сейчас надо подождать немножко, и они тут появятся. Нету ворон. А я без крюкошки туда наверх не залезу.
Так, как я его тут буцнул? Где-то тут я ударил его. Я могу загрузить свою последнюю сохранялку, наверное. И пробовать сюда вернуться уже с крюк-кошкой. Ну, давайте попробуем. Потому что у меня такое ощущение, что крюк-кошка где-то под текстурой завалилась. И я ее тут не смогу вообще теперь найти. Я нажму тогда Load Game. И последнее сохранение, что ли, нажму. Посмотрим, куда меня загрузят. Так, я появился вот тут. Крюк-кошка. Беру. Иду сразу же, ни на что не обращая особого внимания. Кроме как проверить, все ли у меня тут на месте. Ключ. Идем искать. Идем искать в. Боже, столько зданий, глаза разбегаются. Все хочется пересмотреть, все хочется изучить. Я в прошлый раз, помню, как-то залазил уже. Как-то специально тут как-то угол хитрый подобрал. И у меня получилось залезть. Ой, как понимать? Во что я зацепился? Непонятно. О, так, может получится. О, кажется, я наверху. Так, у нас было... Ой-ой-ой, у нас гости. Кажется, у нас гости. Где-то должна быть дырка. Вот она, про которую дырку мне рассказывали, да? Ныряем, ныряем. Оп, присаживаемся. Так, я внутри. Я внутри. Бензина, бензина. Еще бензина. Бензина, нам нужно больше бензина. Мне нужно больше бензина. Бензина, бензина. Тут очень его много? А, все, максимум набил. В инвентаре больше нету слотов на бензин. Можно ли здесь найти какую-то конфету? Вопрос, конечно, очень интересный. Так, а ну-ка на ту часть меня перетяните. Какой-то непонятный желтый фургончик. Нет, тут просто можно, если что, найти еще себе запасы бензина. Но я надеюсь, что тот, который у меня запас есть, в данный момент мне его хватит с головой. Осталось теперь только найти способ отсюда... безопасно выбраться. Единственный способ отсюда выбраться, это такой же, как мы сюда и забрались. Вот так, оп. Нет, это вряд ли я залезу. Не зацепляется он тут. А, нет, зацепляется. Все нормально, просто надо было подпрыгнуть. Значит, сколько у меня есть баллонов? У меня баллонов есть целых 6 штук. 6 штук должно мне хватить, в принципе, я надеюсь. Значит, генератор первый, который у меня стоял, где-то вон там, очки. Где главный дом? Вот, нет, да вот сгоревший. Соответственно, где-то здесь в траве. Так, меня уже кто-то преследует за моей спиной, по-моему. Где-то здесь. Где-то тут. Где-то здесь, где-то тут. Давайте передохнем. Отвлечемся, отвлекем, вернее, внимание ворона. И мы тут спрячемся себе тихоньку. Тихоньку. Значит, есть у нас ключ, есть у нас много бензина. Наконец-то я его добыл. Перейдем сюда. А, здесь у меня было здание и труба, кстати, которая мне сильно очень привлекала мое внимание, чтобы я наверх закарабкался. Теперь мне нужно попасть туда внутрь и, собственно, запитать, залить бензином. Мне многие писали, что ты можешь это все дело проворачивать... без этого сам. Без бензина просто дерни рычаг. Я дергал, это все неправда. Не знаю, откуда вы это взяли. Но это и так не работает. Надо бензин все равно заправлять генератор. Это логично. Генератор без бензина не может работать. Либо как без источника энергии, да? Вот генератор. Залил. Вот, канистра стала пустая. Еще, видите, немножко уже даже подвинулась. О! Надо, чтобы была зеленая. 3 канистры на полную зарядку, я так понимаю. О, все, полная зарядка. Теперь, когда я нажму, должна открыться дверь. Нам надо быстро проникнуть туда. Может, даже тут спрыгнуть вниз. Или лучше спуститься. Ладно, ничего страшного, будет работать. Значит, запускаю. О, двигатель начал работать. И я бегу вниз смотреть, что там произошло. Ой, я чуть не очень удачно упал. Только бы сейчас крюк-кошку снова не потерять. Где тут подъем был, лестница? Вот, лестничка. Вот, это, значит, должны были... О, было красное, стало зеленое. Конфета будет? Еще одна. Конфетка, третья. Так, теперь надо быстро пойти наверх. Ай, не то, ошибка. Отключить надо генератор. Отключить и забрать его. Желательно. Надо перестать, чтобы... Надо сделать так, чтобы он перестал себя израсходовать. Этот генератор заправленный. А что, вороны летают?
бензин мне показывает, что ли? Я что, могу где-то еще набирать эти канистры? Должно быть, я где-то могу еще их поднабрать. Что мы сейчас можем сделать? У нас в инвентаре появилось свободных как раз два слота. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Забираем провод. Или он заберет сразу... Не знаю, как он его заберет. Ага, провод там остался висеть. Я забрал генератор, заряженный, надеюсь. Провод остался там висеть. Это вороны тут подсказку как будто мне указывают. Но это не очень хорошо. Ну ладно, буду надеяться, что вороны появятся и в другом месте. Так, а как мне теперь спрыгнуть удачненько? Удачненько, вот, удачненько. Оп. Во, есть-то тут провод. Провод, вот он. Подожди. Не понял. А куда делся? А, вот он, фу, я испугался. Вот он, провод валяется на полу. Отлично, у меня есть заряженный генератор, у меня есть провод, у меня есть бензин. То есть, в принципе, я довольно-таки неплохо себя обеспечил. Единственное, что я теперь не знаю, где находятся еще конфеты. Мне сказали... Только бы не ворон сейчас меня словил, господи, только бы не ворон. Где тут выход? О, иногда немного фризит игра. Значит, все, мы тут находимся, и теперь у меня есть конфета. Это третья моя конфета, которую я нашел. Я уж не помню, где я эту нашел. Эту тоже не помню. В общем, надо будет по конфетам разобраться еще. Теперь, когда у меня... Бензин мне, в принципе, наверное, не нужен будет. Хотя, стоп. Хотя, как сказать бензин? Как сказать? Потому что бензин мне может пригодиться, если я вдруг захочу зарядить то другое устройство. И подсоединить там надо будет запустить... На крыше там какое-то что-то двигается... Надо попасть на крышу. Надо попасть на крышу. Найти способ попасть на крышу. Угу. Залезть на крышу надо. Давай попробуем вначале... Вот сюда попробуем. Так, я наверху. Я здесь. Мне нужно отсюда залезть на крышу и все рассмотреть грамотно. Я помню, что где там был забор, который был... Собственно, нужно было мне под этим самым моим... Подпитать нужно было, чтобы он открылся. Так, я тут дострельну. О! Ай, 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 ай. Есть, я убежал? Нет, я не убежал, кажется, меня... Нет, я упал, он меня за ногу схватил. Ай-яй-яй, сейчас все поразлетается. Все мои вещи, все мои бензины, все поразлеталось. Он бензин забрал, да? Одну канистру забрал. Вот, блин. Он еще и меня кинул чем-то, походу, бензином запустил. И что мне теперь делать? Что из них мотор мой? Что из них двигатель? Блин, это была супер-мега-большая ошибка. Мега-фейл, так скажем. Еще и запускает меня. Так, коробка. Это обычная коробка, она не ставится. И это тоже обычная коробка. Сидит там... О, вот ворона хотя бы летает. Так, кабель. Бензин. Хоть по чуть-чуть, я сейчас это собираю. О, крюкошка. Где еще летает? Все? Я забрал. Где еще они летают? Ладно, заберем. Вот сейчас проблема у меня. Как попасть безопасно наверх, чтобы он меня не заметил? Пока что это будем тут складировать все. Кабель. Бензина. И летают еще где-то вороны. А, так это значит мотор. Который заряжен, правильно? О, да, он запитанный. Хороший мотор, мотор четенький. Летает ли еще где-то? Не вижу больше ворона. Нету больше ворона. Наверное, он бензин держит в руках. Стоит и яблоко подбрасывает. Ужас какой. Так, вернее, значит, что нам понадобится в данный момент? Это мы можем убрать. Крюкошка раз, бензин все-таки возьму на всякий, и кабель. Огнетушитель, чтобы взлетать в воздух. Кабель у меня есть еще запасной один. Так, ладно, нужно как-то его надурить. Как-то его обойти с другой стороны. Как-то его нужно обмануть. Чтобы я мог рассмотреть грамотно все сверху. Так, подождите-ка, я куда-то, кажется, зашел. В новое местечко. Так, идем наверх. Идем сюда. Вот, где-то здесь мне сказали, когда я запущу решетку. Когда я запущу... А, вот, это, вернее... Где оно тут? Как оно? О, о, о! По-моему, это оно. Ребята, вот оно.
Мне нужно запустить механизм, чтобы он двигался. Но там где-то ломик, где-то на полке, мне сказали. Так, это что за место? Я лом вообще еще в глаза не видел. Это то, что под кодом. Там веревка всего лишь. Он меня видит. Он меня видит. Он меня видит. Он хочет меня поймать. Мне нужно понять, где находится лом. Я этого не понимаю пока что. Ломик, ты где? Ломик, ты где? А может ломик... Не, ломик, наверное, там на полке. Нам нужно просто решетку открыть. Но как ее открыть? О, еще одно гнездо, слушайте. Я там не был. Еще одно гнездо нашел. Так, тут что, лампа обычная. Я сейчас вообще не понимаю, где, собственно, находится лом. Сказали, где-то там на полке. Ну где? Полка вот эта, что ли? Зеленая? Вот это там полка, на ней лом? Нет, это не похоже. Надо, короче, рассмотреть поближе это все дело. А как мы это можем рассмотреть? Как мы можем туда заглянуть? Какой-то... Вот тут еще что-то есть, вот. О, видите, куда я зашел? Так, это мы должны сейчас оттуда повыбрасывать, наверное. Так, это коробка какая-то. Уберем ее отсюда, пожалуй. Вода брызгает. То есть нам туда не зайти. И она горячая, судя по всему. Механизм, который поворачивает влево-вправо. А ломик сам где? Я не вижу лома там. Вот в чем моя главная проблема. Тут движение идет. А я могу в дымоход, как этот Дед Мороз, залезть? В дымоход. Могу. Я ударюсь, наверное. Он внизу? Он на улице. Он на улице, нормально. Подождите, он меня уже увидел, что ли? Он услышал, что я тут шумлю? Я вообще как Дед Мороз через дымоход запускаюсь. Как ниндзя, короче, спустился. Чик. Ниндзя. Я ниндзя. Ниндзя идет сюда. Ниндзя. Что тут видит ниндзя? Ниндзя действует очень скрытно. Доставь ты его уже. Почему нельзя поставить? Почему не могу поставить? Так, а что с них теперь? Почему не могу поставить его? Я нашумел, походу. Может, это? Я нигде тут не могу поставить его. Не понял. Может, это обычные коробки? А почему там летел? Летало. Летала, летала. Держи, короче, кабель пока что будет здесь. А ворон не заберет ее? Бррррр. Короче, я, кажется, нафейлил. Ладно, рассмотрим тогда здесь. А, вот лом. Вот он, ломик. Как его сбить? Кажется, я в него попал только что. О, смотри, я крюком попал в него. О, я крюком его взял да и сбросил. С одной попытки. Теперь надо осталось только это запустить, добро, все. Хорошо, но где мой генератор, ёшкин-матрёшкин? Это не генератор, как я понимаю. Он тут нигде не ставится. Это тоже не... Вот почему генератор, коробка отображается? Почему нельзя сделать генератор, чтобы отображался картинкой нормальной? Это же путает вообще очень сильно. Так, а может я могу крюкошкой зацепить его и вытянуть оттуда просто-напросто? Стрельнуть и попасть, и к себе его потянуть? И не мучиться этой всей этой ерундой. Ой, вот можно шторы прятаться, я не знал. Может, а где теперь генератор искать? Я без понятия. Так, мне нужно попробовать через дымоход обратно выбраться отсюда. Попробуем. Ай! Давай, цепляйся! Есть! Я через дымоход обратно выкарабкался. Так, хорошо. Я могу там генератор поставить. И это все дело... О, это генератор! Генератор! О, хорошо. А я пробую сейчас стрельнуть туда. Тихо, тихо, тихо. Мимо. Мимо был. Пробуем так. Ага, подожди-ка. Да, у меня получилось! У меня получилось! Крюкошкой. Даже генератора не ставил. Ломик у меня. Я как это сделал? Вот это не ломопчитер. Так, теперь у меня есть ломик. Смотри, какой красивый ломик. Смотри, какой красивый ломик.
Замечательный ломик. Замечательный ломик. Желтый. Это я четерюга. Слушай. Так, ну, так тоже, видимо, можно. Ну, слушайте, я просто проявил смекалку. Какой же я четерюга. Я просто немножко подумал логически. Чуть-чуть, иногда у меня такое бывает. Так, что дальше делать надо? Надо найти теперь... О, тихо. Меня заметили. Так, это нехорошо. Мне нужно теперь как-то найти окно. Мне нужно там найти то... Тихо, что-то рядом слишком шумит. Мне нужно теперь найти место, где мне нужно было этот лом применить. Собственно, его нужно было мне применить на окно определенное. Чикс, чикс, аккуратненько. Может, сюда? А, вот оно, да. Вот мой лом. Доски. Как его там отковырять? Надо коробки поставить какие-то. А как я... Подожди. Как это теперь? О, тихо, что-то задел что-то. А где лом? У меня в руке лом. Тихо, он рядом совсем где-то. А вот он там колбасит его. О, мне кажется, получается. Даже в прыжке. Есть! Доску скинул первую, а вторую получится так же. Не достаю, что ли? Ломик у меня в руке. Ломик у меня в руке. А он почему-то стоит у него вон крестик этот. А могу ли я на веревке как Тарзан спуститься? Не знаю. И типа ломиком потом пользоваться. Это вообще реально? Такие делишки проворачивать. Крыша тут под углом. То есть я тут... А если я подпрыгну просто? Как тут зацепиться за что-то? Как я могу здесь встать и отковырять? Раз тут где-то на краешек... Так, у меня есть крюкошка, допустим. Так. Оп. Тянемся наверх. О, цепляюсь. Я хотел там как-то зацепиться. Может быть, там все-таки как-то можно застопориться на том... Вот там с краешку там встать себе тут? Зацепиться. Может быть, можно? Надо просто попасть грамотно. Я этого момента не знаю. Держись. Нет, он там никак не цепляется. Там никаких зацепов нету. А, момент, который единственный мне кажется реальный, это где-то вот тут вот попытаться еще зацепиться на этом карнизе и с него. Вот здесь где-то. Может, присесть там надо в воздухе? Присесть на Ctrl. Так. А, попробуем. Еще попытку номер. Какая там у меня попытка номер? Сами считайте. О, тихо. Вот это то, что я хотел. Стоять здесь на карнизе аккуратно. Включить ломик. И, возможно, здесь получится как-то... Там внизу ворон с ума сходит. Так, присесть. На доску подвестись. Не хватает расстояния, да? И крестик стоит. Но это, наверное, на... Ага, на дверь. Ведь не... типа нельзя. На доску нет, нельзя. Поближе как-то. О, тихо. Есть! Раз ковырнул. Что-то не понял. Почему оно не отковыривается? Вроде как навожусь. Скрипт не срабатывает. Поближе еще немножко ставим. Ну, давай, ковыряй! Что-то не проходит. Почему, не могу понять. Пробую еще немножко ближе. А, все, я свалился. Это плохо, это очень плохо, потому что я пока не понимаю, как мне туда добраться. На веревке спуститься, и можно ли ломиком спускаясь на веревке, можно ли использовать лом? Где мы видели веревку? Где-то точно видели. А, там, где он код вводил. Там, где он вводил код. Вот там в комнате у него была веревка. Видимо, мне обязательно нужно в эту код подсмотреть. И только тогда я смог туда внутрь попасть. На веревке. В любом случае, мне как Тарзан спускаться надо будет вниз на веревке. Фух, ладно, попробую еще сейчас сделать... О, ворон, блин! Ворон! Ой, уходим в будку. Тихо, тут меня не надо трогать. Так, в любом случае, давайте попробуем еще взять сейчас... Так, бензин оставляем пока что. А можно огнетушить или воздух подлететь? Ну, подлечу я воздух, как я переключусь быстро на ломик? Нет, скорее всего, нет. Ключ, возможно, получится использовать ключ. Так, два предмета беру, чтобы немного очень. Так, где он? А, он-то охраняет. Попробую обойти его кругом и ключ применить на замок, чтобы у меня как бы немножко хотя бы было продвижение по прохождению игры, чтобы я не стоял на месте. Попробую. Сейчас, как, где там было? Мы его немного сейчас в заблуждение ввели, ворона. Вот это вот, это что такое? Кресло. Кресло, хорошо. А... Есть, я здесь. Ключ, теперь нам нужен ключ. Тут я присаживался. Ой, нас заметили. Ух ты, даже следы у меня остаются. Гляньте-ка, от меня. Или это не от меня?
Так, а что? Я не вижу замка. Я не достаю до него, как будто бы. Как будто бы замочек не хочет поддаваться. О, есть, снялся! Я снял замок! Офигенно! Снял замок, это уже большое для меня продвижение. Осталось только мне, наверное, как-то найти способ, как эту доску верхнюю снять. Я еще над этим делом подумаю, но если вы вдруг знаете уже, как ее можно реально до нее достаться, то напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Я думаю, что мне нужно посмотреть код, когда он вводит на тех дверях, взять веревку, на веревке как-то кататься на веревке и в тот момент переключиться как-то на ломик. И буду ли я, катаясь на веревке и переключаясь на ломик, смогу ли я держаться еще на веревке и работать? Это большой-большой вопрос для меня, потому что этого я не тестировал. Но пока что на этом ролик будет завершаться. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео совсем скоро. С вами был Ниломоб. А мы играли Hello Neighbor 2 Alpha 1.5. Привет, сосед. 2 Alpha 1.5. Все, всем пока-пока.